Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников. Иван Иванович Творожников, живописец-жанрист, академик Императорской академии художеств. Родился в 1848 году в семье завидовских крепостных крестьян Московской губернии на территории нынешней Тверской области. Окончил Академию художеств с малой и большой серебряными медалями. Расписал иконостас для церкви в Астрахани и исполнил два портрета императора Александра II. Портреты императору понравились. Он расписывал храм Христа Спасителя в Москве, Исаакиевский собор в Петербурге. В 1880-х годах живописец вернулся в родную деревню Жуково. Вот что писал его биограф Рогожин. «Перетряхнул гнилую отцовскую избушку. Шатер на огороде сделал, да целыми летами и занимался в деревне рисованием». Позже Творожникова пригласили на должность преподавателя натурального класса Академии художеств. Через несколько лет он стал профессором, а в 1906-м удостоен звания академика живописи. Писал на библейскую и историческую тематику, но вскоре оставил эти темы в своем творчестве и обратился к набирающей в силу в России жанровому направлению в живописи. Я цитирую Википедию. Впоследствии получил малую и большую золотые медали. Был женат на Ольге Дмитриевне Толстой. Художник-жанрист Иван Иванович Творожников продолжал работать и преподавать в Академии художеств вплоть до 1918 года. Скончался в 1919, проживая последние годы в крайней нужде. Ну, вот такую информацию я нашел в интернете, в Википедии о живописце-жанристе, академике Императорской Академии художеств Иван Ивановиче Творожникове. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.